Сейчас мы отправимся в последнее задание. Нам нужно забрать корпус для робота, чтобы завершить его строительство. Сегодня достаточно спокойный день, и наша разведка мне донесла, что скибидистов там практически нет. Аккуратно нейтрализуй пару-тройку обычных туалетов и заберем деталь. О нет, скибидисты нас заметили. О нет, скибидисты нас заметили. Стреляй по нему. Быстрее стреляй по этому скибидисту. О нет, это лучший Лучимен. Быстрее, стреляй по нему. Я постараюсь нас отсюда увести. Лучимен слева, стреляй по нему. Вроде он улетел. Нужно срочно ехать обратно на базу. Нет, он в саде. Не дай ему по нам попасть. Он теперь справа. Быстрее, стреляй по его очкам. Лучимен, быстрее, стреляй по нему. Я постараюсь нас отсюда увести. Лучимен слева, стреляй по нему. Вроде он улетел. Нужно срочно ехать обратно на базу. Нет, он в саде. Не дай ему по нам попасть. Он теперь справа, быстрее, стреляй по его очкам. Хоть обратно на базу. Нет, он в саде, не дай ему по нам попасть. Он теперь справа, быстрее, стреляй по его очкам. Держись, я знаю короткий. Стреляй по его голове, чтобы он не мог поразить нас лазером. Вроде он улетел. Нужно срочно ехать обратно на базу. Нет, он сзади, не дай ему нам попасть. У тебя справа, быстрее, стреляй по его очкам. Держись, я знаю короткий путь на базу. Стреляй по его голове, чтобы он не мог поразить нас лазером. Поздравляю, ты собрал робота, и теперь можешь исследовать город самостоятельно. Удачи! Так, я открыл открытый... О, скибитолет. Нифига. Стоп, у меня 500 хп. Стоп, я могу летать, офигеть. Класс. Да. Приземлюсь на дом. Так, надо осмотреть... О, скибиди... Блин, управление вообще странное. Так, ладно. Пока ничего не вижу. Да ё-моё, что с камерой? О, вижу одного туалета. Попробую за ним подлететь. О, там черный какой-то туалет. Стоп, это разведчик. Иди сюда. О, нифига. О, блин, еще и этот пятиголовый подошел. Так, надо улетать и хилиться. Я от вас лечу. Блин, какое странное управление вообще. Камера, ну то есть от третьего лица камеры вообще сложно рулить. Так,
Давай я тебя добью, скибиди туалет, разведчик. Ой, так надо улетать уже. Стоп, ты романтитан? Нифига. А здесь еще кто-то есть? Надо подхилиться. Офигеть, такой большой твоманитан над городом парит. Еще Спикермен, мой любимый персонаж. Так. И вроде бы все. Два титана есть. Стоп. Камерамен титан. Так здесь все три титана сидеть. О, увидел одного туалета. Что будет, если подлететь к камерамену Титану? Что будет? Или ничего не будет? О! Там какой-то баба. Так. А, все. Там какой-то баба. Бабах был. О, а здесь я с черепом сложался. Ё-моё, меня эта камера бесит. Чего с ней? На телефоне вообще неудобно играть. Во! Я ничего не делаю, она у меня сама ставится вниз. О, пила, пила. Я хочу тебя убить, пила. Ха-ха-ха-ха. 120 хп. А ну так можно убить? Не, нельзя. Жаль. Оп, о, блин, 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 блинскин, ты меня ломаешь. А-а-а! Ты меня ломаешь. Не ломай. Там еще скибиди туалет. Маленькие. Так, аккуратно поворачиваем, чтобы... У меня не поворачивает. Во, наконец-то. Че с управлением в этой игре? О, все, все, гашу, гашу. Я справлюсь. Чё он у меня... А, еще и эти. Чё он у меня так много урона бьет? Конечно, здесь еще и маленький есть. В целом, игра хороша. Очень крутая. Популярная, можно сказать. Мне, в принципе, все нравится. Кроме открытого мира. Его надо... А-а-а. Так, давай, давай, пила. Пила, бейся. А-а-а-а-а. Оп, круто, тебе, оп. Напишите, за сколько, кстати, напишите в комменты, за сколько вы минут прошли G-Man'а. Я, например, за минут 10, 15, 20, час, 2 дня. Не, ну 2 дня, конечно, нет. 2 дня назад я только копил на открытый мир. Ну, в принципе, скоро буду заканчивать, потому что ролик длится очень много. Плюс еще G-Man. Да ё-моё, что с камерой? Плюс еще G-Man'а несколько минут убивал. Ну, конечно, ролик на самом деле должен получиться 11 минут, и я там несколько минуток срежу, чтобы получилось мало. Не знаю, попытаюсь сделать 8 минут. Ладно, будем уже заканчивать. Кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и все... Да ё-моё. И всем пока-пока.